И к другим темам. Полным ходом продолжается летняя страда на полях Волгоградской области. Хлеборобами убрана уже пятая часть всех посевных площадей, намолочено более 700 тысяч тонн зерна. Об этом губернатор Сергей Баженов сообщил по итогам селекторного совещания, которое провел с российскими регионами премьер-министр Дмитрий Медведев, и где обсуждалось положение дел с уборкой урожая в целом по стране. На территории Южного федерального округа хлеборобы намолотили в два раза больше зерна, чем за аналогичный период прошлого года, отметил в ходе селектора глава российского правительства. Правда, в связи с выросшей урожайностью на рынке наблюдается тенденция к снижению цены на зерно. При необходимости для поддержки аграриев будет использован проверенный инструмент государственной интервенции, заверил Дмитрий Медведев. Проблема стоимости зерна волнует и волгоградских аграриев, подтвердил губернатор Сергей Баженов. Уже сейчас в регионе высокая средняя урожайность больше 18 центнеров с гектара. Сегодня в Волгоградской области мы ожидаем урожай примерно на 300 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. А в целом в этом году правительством Волгоградской области и федеральным центром оказана максимальная поддержка сельхозтоваропроизводителям. Все, что было в силах правительства Волгоградской области, максимальная помощь аграриям оказана. По словам Сергея Баженова, сегодня регион рассчитывает на получение очередного финансового транша на так называемую погектарную поддержку. Средства, которые будут сразу перечислены на счета селян, пойдут на ремонт техники и ГСМ.